Концепция этого соревнования заключается в том, что это не только спортивное мероприятие, но это еще и фестиваль регаты. Что означает фестиваль? То, что выступают артисты, музыканты и так далее. То есть мы творчество поэта объединяем с ветром паруса. Каждый знал, что он принадлежит Высоцкому. Пел, как набат гремел, от бури штормовой парус. Вместе порвали парус.